Здравствуйте, друзья, с вами Якова на 3001, это новый 40-й юбилейный выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, сегодня 1 февраля, поздравляю вас всех с первым днем последнего зимнего месяца, да, сейчас скоро веселуха будет в феврале, вообще день защитника Отечества, дальше день всех влюбленных, масленица и все такое, в общем, не февраль, а калейдоскоп праздников, да, друзья. Но сегодня речь не об этом. Так, вот я сейчас нахожусь в пришкольном парке, вот рядом со школой номер один и детским садиком номер один. И дальше вот здесь вот недалеко от меня находится магазин «Магнит у дома», хотя по окраске типа красно-бело-черный это уже «Магнит у дома», но не следует путать его с флагом Йемена. Йемена, то есть Арабской Республики Йемен. В том этаже вот дискотека Тополинка, книжный дом, то есть книжный магазин, здесь вот, полиция, и дальше у нас электростанция и девятиэтажка. Ну а здесь вот у нас пятиэтажки. Так вот, друзья, в общем, сегодняшнее обновление у нас будет про тем более самые высокие. Это в том, что я, в общем, как бы поставил новые небоскребы, тем более 3 штуки, ну, получше, чем вот тот кирпичный, который строил. Оп-оп. Оп. Сейчас ускорились. Так вот, в общем, я строил небоскребы, тем более 3 штуки поставил. И каждый, в общем, кажется, человек там проживает 120 человек. В каждом небоскребе по 120 человек. Тем более, раз 3 штуки, то 120 умножаем на 3, получаем 360 человек. Как градусов 360. Вот они. Вот такие вот небоскребы большие. Прям сквозь солнце. Еле видно. Ну, вот здесь вот он, в районе аэропорта и пятерочки Макси. Ну, а также пятиэтажные свечки и той самой пятиэтажки. Ребята, знаете, в чем прикол? Весь прикол в том, что небоскребы, которые имеют заселены 120 человеками, точно так же, как и пятиэтажка по количеству человек, проживаемых в доме. Так, в общем, давайте посетим это здание. Ну, довольно величественно выглядит. А знаете, друзья, в общем, довольно красиво. Да, немножко темновато, но это простительно. Так, вот такая вот квартира, вот здесь вот. Хотя нет, не 120 человек, а 160. Я просчитался. Так вот такая вот комната со шкафом. Сейчас вот ванна с туалетом. Вот такая вот. Еще такая, типа, недоспех. Я, на самом деле, это душ. Это душ, друзья мои. Еле прыгаю в воде. Ладно, идем дальше. Так, здесь у нас вот такая кухня, тем более без двери. Кухня такая вот. Вот. Окно такое красивое. Точнее, стекло. Ой, извиняюсь, пацаны, в общем. Чихнул. Вот. Сквозь это стекло мы видим вот эту пятиэтажку, которую я в первой серии сделал, но еще раз поставил. И пятерочку Макси. Супермаркет. Ну, элитный район, можно сказать. Можно назвать, как бы, жилой комплекс элитный, поскольку там 2 небоскреба, и рядом с ними аэропорт, поликлиника и гипермаркет. Так, какой кабинет, какой еще, что еще не посетили? Правильно, этот, это место будет. Так, здесь у нас по 2 кровати, у нас стоит шкаф, компьютер, полочки.
В общем, здесь вот у нас по 4 квартиры. А теперь, внимание, сколько точно небоскреб. Сколько точно человек проживает в небоскребе. Ну, вот здесь у нас еще и дополнительный бонус. Это красная дорожка. Так, друзья, в общем, я просчитал, в общем, посчитал, знал, что теперь уже население, то есть плюс, то есть жители, которые проживают в трех небоскребах, это 480 человек, в общем. В каждой из них 160 человек в одном небоскребе, который я показал. Солнечная вспышка от Shader of Cells. Вот в этом том небоскребе, который я построил, тем более, одно 60 человек вместе вдруг 320. Ну, а вместе в трех это уже 480. Хотя нет. То есть в двух 320, а не 360. А не-не-не, все правильно. Я просто запутался. Ну ладно, друзья, в общем. А теперь, друзья, самая главная начинка этого выпуска, это, естественно, могу показать набранное население, которое мы набрали за январь 2020 года. Вот старый у нас 11815 человек. А теперь... И вот, друзья, новое количество населения, которое мы набрали за январь 2020 года, стало 12295 человек. Да, друзья, в общем, поздравляю вас. Еще поздравляю наш город с таким вот число населения, которое мы успешно набрали за январь этого года. Да. В общем, январь 2020 года только был самым истоком нашего города. Город наш только рос и рос. В общем, естественно, все началось благодаря тому жилому дому, который был в первом выпуске. Затем я построил детский садик, школу, магазин «Пятерочка» и еще несколько домов. Живой комплекс. Это был за декабрь 2019 года. Первые 5 дней жизни этого моего города в Майнкрафте. Потом наступил Новый год, январь, и я, в общем, построил... Хотя, нет. Первые 5 дней жизни города, которые я сделал, про город Майнкрафте, снято 12 выпусков. Это, естественно. Первые 12 выпусков, это, естественно, тут живой дом, детский садик, школа, еще несколько домов... Жилого комплекса 2x2, мэрия поставил, почта вместе с банком и салон связи Билайн, магазин «Пятерочка», небоскреб вот такой вот, как это показывал, фитнес-зал «Метеорит» и администрация автобусного парка. Не фартануло. Хотя не густо было за декабрь, но зато за январь мы успешно справились там. И только за декабрь мы сняли 12... За декабрь я снял 12 выпусков про год в Майнкрафте. А за январь уже чуть больше, чем за декабрь. Ну, точно могу сказать, что за январь 2020 года я снял 37 выпусков. Ну, да, чуть больше, чем... В три раза больше, чем за декабрь. Хотя, по сути дела, много чего было. Много чего происходило в Майнкрафте. И многого что изменилось в городе. Появилось улица космонавтов. Появился военкомат, больница. Метро появилось, трамвай. Хотя про трамвай я говорил. Ну, автобус. Ну и маршрутки, естественно, едут. Ну и тоже все деревни, да. Есть еще аэропорт появился, вокзал появился, деревня появилась. Короче, растем вместе с вами. Ближе к новому 2021 году мы уже ставим как город-миллионник. То есть, возможно, миллион человек. Но один чувак, еще зовут Роман, и это канал Айдаху, написал, чтобы... Ну, хотя бы чуть поменьше было населения, чтобы не было бомжей в городе. Ну, не боюсь, еще зарплата будет большая в городе, так что бомжей не будет. Все нормально будет. Вот такие, друзья, были итоги за январь 2020 года. Огромное спасибо вам за поддержку.
за то, что пишете идеи. Ну, а с вами был Яков 1231. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Пиш.